Беларусь и Россия внесли изменения в прежнее соглашение в нефтегазовой сфере. Соответствующие протоколы сегодня в Москве скрепили подписями вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак. Всего стороны подписали 4 документа, касающиеся порядка формирования цен на поставки газа в Беларусь, условий дальнейшей деятельности Белтрансгаза и мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Наращивание объемов поставок российской нефти в Беларусь начнется уже в апреле, а новая цена газа составит менее 130 долларов за 1000 кубометров. На основе этих договоренностей по газовым вопросам изменим объемы поставок по нефти, приведем их в соответствие с ранее достигнутыми соглашениями. Это 24 миллиона тонн в год. При этом мы договорились о том, какой объем из этих 24 миллионов тонн будет подлежать переработке на территории Республики Беларусь в ближайшее время. В любом случае, договоренность о 24 миллионах тонн носит долгосрочный характер. До 2025 года, до начала 2025 года они действуют. Один из основных моментов или аспектов, или побудительных мотивов вхождения Беларуси в Российский экономический союз, это как раз было создание равных условий хозяйствования. Да, и мы всегда подчеркивали, что если, например, 2-2,5 раза цена на газ на электростанциях нашей страны выше, чем в России, ну, о каком едином рынке можно говорить, в каких равных условиях. Поэтому вот мы четко прописали, что мы должны до конца этого года, выполняя поручение президента двух стран, значит, разработать базовое положение о порядке формирования и функционирования потом единого рынка газа. Все вопросы в нефтегазовой сфере президенты Беларуси и России урегулировали еще 3 апреля в Санкт-Петербурге. Правительством было поручено проработать детали. Таким образом, Беларусь и Россия к 2025 году намерены сблизить цены на газ. Также Россия возобновит поставки нефти в Беларусь в объеме 24 миллионов тонн в год. Такой объем российской нефти будет поставляться ежегодно до 2024 года включительно. Кроме того, Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси в размере 750-800 миллионов долларов.